К сожалению, у нас стоячие места, на всех не хватило мест. Козельно будет как маршрутки ехать. Вот тут вот, два места, и там три впереди. Там какая-то движуха. Вода. Сейчас ждем нашего капитана. Кстати, дают вкусняшки. Они включили в стоимость. Чипсики. И также хлеб приготовили, чтобы кормить свиней. Крис, какие вообще комментарии? Пока никаких. Ты готова к отплытию? Она говорит, что там сиденье есть для всех. Окей. Я даже не знал, что там есть игрушка для нас. Так, я говорю, чтобы они двигались. Супер. А я думал, мы стоячие с тобой, козлёна. Большая семья.